я просто обожаю, да, слушать, когда они там начинают свои установки. Да. Так. Нюансы выступления. Имен не дышим. Или я не дышу. Даниил, Марина. И Казань оживилась, как вы чувствуете? Замолчала. Сразу. Вы видите? Зал сейчас будет весь за него. Все, смотрим. Нил Маринов, как раз таки наша новая звезда и надежда, да. Казанская, два винта, двойную сальто сразу с блестящим. Это просто выход, да, такая первая линия акробатическая сегодня. С удивлением, следующая связка акробатическая, уже тоже очень здорово. Простые привет, элементы, привет. Бланш двойной согнувшись. Потому что он непростой парень. Вот так, не подводишь чувство. Очень здорово просматривается стиль работы его. Довольно такой хороший темп исполнения. Вот то, что я хотел действительно отметить, он уверенно психологически себя подготовил. Да. Судя по всему, действительно не торопится, хотя ограничено. Соображает. Стоять. Полтора. Да. Мало, блестяще, просто молодец. Хорошая комбинация. И здесь Маринов здорово очень начинает чемпионат России и для команды в том числе. Хотя Татарстану, ой, как тяжело будет сегодня бороться, наверное, за медаль. С Москвой? С Москвой и с Владимиром. Да. Ну, вот нас ждут очень интересные соревнования. Посмотрите, все, кого мы сейчас вот успели увидеть на первом виде многоборья, все были прекрасны. Так что все впереди. Сейчас так они будут друг другу мешать, и страсти будут только нарастать. И мы, как всегда говорим, до последнего приземления мы с вами, наверное, не сможем предположить даже, кто же из них останется первым. Но сейчас Татарстан на самом деле проживает такой расцвет своей команды, именно мужской. Там есть классные ребята, которые только-только перебираются из молодежной сборной в основную. Там и Даня Новиков. В том году на первенстве России очень здорово себя проявили. Среди молодежи Татарстан, конечно, сильнее всех на данный момент. Это здорово. И это значит, что они вот-вот будут переходить хорошее, основной конечно. Состав. Ну и Даня Маринов здесь, он как такой локомотив и пример, пожалуй, для... Хотя не намного старше этих ребят, но даже те пару лет они имеют большую разницу. Приятные личные болельщики, да, личные. Маринова. 14-666, очень неплохой результат и финал, и для многоборья. Я напоминаю, что многоборье будет защитой.